Привет всем, это канал Кинописьма, ставьте лайк, поехали! Последние полгода актриса Мирослава Карпович то и дело становится объектом критики. Артистку обвиняют в том, что она стала причиной развода Павла Прилучного. К слову, сразу после официального развода Павел отправился на отдых именно с Мирославой. Роман артистов развивался стремительно, по информации СМИ, они даже начали жить вместе. Мирослава уже за это время порядком устала от критики в свой адрес и нападок хейтеров. На днях она решила дать им отпор и заявила, что никогда не стала бы брать чужого, намекнув на то, что не причастна к разводу Прилучного. Вот что она пишет. «Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которым меня так обильно и щедро поливают. Играют в богов и судят меня. Прошу вас, пощадите ваши души. Вы ничего не знаете и даже представить себе не можете, Бог сам меня рассудит. Не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста. И да, моя мама научила меня не брать чужого». Напомню, некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Павел Прилучный якобы расстался с любовницей и даже хотел вернуться к бывшей жене. Агата Муцениеце лишь посмеялась над этими слухами, а Павла в скором времени увидели в компании Карпович. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.